Греческие фермеры блокировали тракторами основные автомагистрали и несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Турцией, Болгарией и Македонией. Работники сельхозсферы отказывались пропускать через КПП грузовые автомобили, но в то же время не чинили никаких препятствий для движения пассажирских автобусов и частных автомобилей. Землевладельцы требуют проведения конкретных реформ, которые станут последним гвоздем в гроб фермеров. Мы не позволим ни этому, ни какому другому правительству похоронить нас. Мы будем стоять здесь и везде, где понадобится, и продолжать свое сражение. Сегодняшний протест – предупреждение о том, что мы можем сделать. Акции протеста фермеров Греции продолжаются уже вторую неделю. Работники сельхозсферы недовольны планами властей пересмотреть уровень отчислений в пенсионный фонд. Большинство фермеров до сих пор показывало годовой доход ниже 5000 евро, что в итоге обязывало правительство на 90% спонсировать их пенсионные отчисления.